Всем привет, с вами Анастасия Була. Многие просили это видео и ждали, поэтому давайте посмотрим, как можно изменить свои джинсы. Я думаю, у всех рано или поздно в гардеробе находились джинсы, которые потеряли свой первоначальный вид или просто уже разнравились. Я очень часто давала таким вещам вторую жизнь, переделывала шорты, юбки, красила или просто делала крупные дырки. Но сейчас в моде что-то более интересное, это разрезы под ягодицами. Получается эффект шорт на джинсах. Мои брюки быстро потеряли цвет, хотя они на самом деле почти новые, но их вид требовал уже какого-то гранжа, как минимум, потому что они стали такими потертыми. Носить, так как они есть, я уже не могу. В идеале для этого способа, да и вообще для разрезов, нужны джинсы посвободнее, не как у меня скини. Иначе потом под давлением все мясцо будет в дырочке выпирать, я думаю, это никому не нужно. Поэтому я на самом деле рискнула, что сделала разрезы на таких джинсах в обтяжку. Нам будут нужны ножницы, мел или контрастный карандаш для глаз, допустим, и щипчики для бровей. Мы должны их ровно надеть, чтобы они сидели идеально, и наметить место для будущей линии разреза. Она может быть провокационно высоко, либо, как у меня, пониже. Намечаем линии просто место и слегка диагональное направление, чтобы разрез был не прямой, а по диагонали. От внешнего края спадало немножечко вниз к внутреннему краю джинс. И начинаем резать ровно, но не стараемся делать все безупречно, потому что все равно потом будем их драть, обдирать, общипывать. И нет необходимости в том, чтобы делать прям все очень-очень ровно. Собственно, потом для этого нам и нужны щипчики для бровей, чтобы не портить свои ногти, хотя, в принципе, можно делать это и ногтями, но намного сложнее, и пальцы потом болят. Берем щипчики и общипываем волокна по краю. Можно делать слегка или снять так несколько рядов даже, и в итоге торчащие нитки будут длинные. Также для эффекта состаренности можно потом пройтись по краю джинсы шкуркой, которые зашкуривают стены обычно перед нанесением обоев или покраской. Тогда получится прям такой состаренный винтажный стиль. И в целом этот способ, кстати, применим в разрезах абсолютно на любых частях джинс, будь то это колени либо большие дырки. Вот так из обычных выцветших джинс можно сделать более модные и реально крутые джинсы в стиле винтаж. Но, повторюсь, намного красивее смотрелось бы на свободной модели брюк, и жир в этом случае тоже не будет ниоткуда выпирать. Надеюсь, вам видео понравилось, и я вас вдохновлю на какие-то DIY, не обязательно именно такой, может быть что-то другое. Пишите ваши комментарии внизу, и всем пока-пока, до новых встреч, новых видео!